Штыря. Сейчас далеко не было. Я включаю. А вон, вон это. Иди. Ради него снимем. Мы были с тобой. Я. Сейчас, сейчас, Игнатий. Понимаешь, это невозможно со мной сделать. Я с ним разговаривал, повернулся, пошел. Это что, нормально? Помянули, я говорю, у тебя знания и не интересуешься ни зверями, ни птицами, ни рыбой, ничем. Только сутерменом. А сутермин вас боится. Говорил? Ну, поясни, что он меня боится, что я ударил? Ну почему он не едет, а какая причина еще, непонятно. Я причины не говорил, какая причина, но ты сказал, теперь объясни ее, а я расширю ее. Он боялся, почему? Чего боялся конкретно? Что боялся? Значит, боялся, во-первых, что я кинусь на него, я сумасшедший. Или я буду защищать многоженство. Или что там, он боялся, не удержаться в своих убеждениях. Так если они не правы, надо вовремя отстать. Что ты имел в виду, сказав, что он боится? Ну, тут работать надо. Ага, он что, он не работник. Ну а тебя, ты-то считаешь себя работником? Нормально? Я учусь, Игнатий. Ладно. Дело вот в чем. Что, знает ли он Библию? Вот представь себе, в Новосибирске большая баптистская община. Собираются вместе, православные, договариваются о встрече. Тысячелетнее царство. Почему Гитлер на этом остановился? Ein tausendjähriges Reich. Тысячелетнее царство. Оно по Библии доказывается. 20 глава, 4 стих от Апокалипсиса. Мы все договорились, в какое время, условия поровну дается. Кто нарушает, того выводят. Ну, нормальный древнегреческий способ вести беседу. Там в Греции было так. Так, вот допустим, ну ты православный, чтобы тебя не обидеть, крутой православный. Ну а я такой баптист. Так, православный. Вы православный, да? А с кем вы беседуете? Ну, называешь меня по имени и начинаешь говорить, он баптист. Они признают Библию, только каноническую. Дальше, какие и добавки там были, что не принимают, святых отцов не признают, каноны церкви не признают, и крещение только взрослых. Который арбитр этот и говорит меня. Он правильно говорит? Я говорю, абсолютно, как будто он баптист. Так, а вы с кем разговариваете? Я говорю, с православным. Они признают 77 книг, у них святые отцы, перечисляю, кто главное, Златоуст, каноны, 7 вселенских, 9 поместных соборов, 13 святых отцов, книга правил. И дальше, крестить детей в 8-дневном возрасте, или как, главное, воцерковить человека, чтобы он знал то, что в церкви делается. Авторитет Библия-то почти нигде не имеет. Теперь спрашивает православного, правильно, так он как будто православный. Теперь беседуйте. Надо беседовать с тем, кто есть, а не то, что ты о нем надумал. И вот если с Утармином бы мы встретились, Валерий, кажется, звать его, встретились, я бы вопрос, мое время настало, говорит, я бы спросил, как-то Валерий, как увеличать. Вы признаете, что Библия – это основной материал, который Бог дал, где путь истины и жизнь открывается? Что бы он ответил, я не знаю. Я говорю, для меня роковым, главным и живительным стих оказался 12.48 Евангелия от Иоанна. Слово, которое я говорил, с большой буквы «Я», оно, слово, будет судить вас в последний день. Я понял, все остальные мнения людей мои, они никакой роли уже не играют. Сгорит земля и все, что на ней. Вы верите? Вот я задаю ему вопрос. Он боится. И когда баптистам рассказали, они все ответили правильно. А потом один говорит, а кто со стороны православных будет? Да вы, может, и не знаете. Ну, все равно. Да, православный такой есть. Лапкин Игнатий Тихонович. О, они сразу, нет, мы на беседу не согласны. Так согласились уже. Нет, нет, мы передумали. Да как передумать, сейчас только на глазах. Вы даже не согласовали. А руководитель это и говорит, нет, нет, нет. Другое дело, в Хабаровске, отсюда где, там назначают беседы, тот говорит, по трудам такого-то меня называют, там сразу отказались. Теперь город Воронеж, Краснодар, такая же самая история. Меня только назвали, все сразу, там до 10-7 дня ни под каким видом не беседуйте. То есть полный разгром, крах. Почему? По их учению. Я не буду брать свидетелей Иеговы, это свидетели Сторожевой башни, и им католический материал, потому что они объявили папа антихристу, беседовать нечем.
Понимаешь? И тут надо сказать, он придумал себе какую-то должность, за нравственность бороться. Кто его выбирал? Кто утверждал? У меня есть документ, когда я рукоположен был на чтеца. В какое время, какой праздник святого был в это время, епископ Евтихий Курочкин, то у меня документы есть. Теперь много фотографий, где я с архиереями, и не с одним, а с митрополитами. Вот перед тем, как поехать в Америку, специально приехал в Потеряевку епископ, Черноморский Вениамин, рукоположить меня, вы поехать должны уже с священником. Я кое-как убедил его, никак. Вот сидим, беседуем, митрополит Виталий, там епископы, вас нужно обязательно рукоположить, чтобы священник был. Я начал тогда говорить, я говорю, вот сейчас добиваюсь разрешения в Америке, встречи где-то, и власти отказывают. Если я буду священник, намертво будет. А тут еще есть, посидели, митрополит Виталий, Устинов его фамилия, он говорит, наверное, так, кое-где вам двери закроются. Понятно? Валерия Сатармина. Теперь спросить, если бы здесь беседовал с вами, ну, кто-то другой, не я, он согласился бы? Почему на них такой страх находит? Цыгане везде нагло хватает за руку, я тебе скажу, будущее, волос вырвал, пока волос не выкупишь, с тобой несчастье будет, человек все отдает из кармана. Я с ними встречаюсь. Я подошел, беседую, разменял деньги, там цыганам дал помаленьку. Они расположены. Дальше начнут говорить о суде Божьем. Кто они такие? Как отвечать будут за волшебство? Все другое. Теперь я только захожу, где главный у них центр, центральный магазин Пензы, где я был. Они все прячутся за эти столбы в храме-то и выглядывают вот так. На них напал такой ужас. А почему? Бог. Вот мне Михальков Юрий Иванович, баптист, он, кажется, 3 срока отсидел. Инженер-конструктор аппаратурного завода, как мне говорили, я лично его знал. Ну, в вагоне сели, а в общей какая-то цыганка, видимо. И она разгадывает 3 вопроса, и ей сразу платят. Она говорит, сколько стоит. Ну, один лежит там, надмевается. А скажи, что у меня в кармане находится? Так, старый паспорт. 20 больше ничего там нету. И денег, 3 рубля 8 копеек. Он просчитал, 3 рубля 8 копеек, а 8-то и нету. Он говорит, ищите. Он посмотрел, дальше он в книжечке-то завязал, вытаскивает, точно 8. Она за руку берет и по линиям определяет. И вот она, он подал ей руку и говорит, теперь скажи, 3 вопроса. Какие вопросы задаю тебе? Я их не говорю, вопрос. Она разгадала сам вопрос. Она держала руку, сколько потом глянула, как руку бросила. Еще захотел! Залезла, легла. А другие-то хотели тоже узнать. А что ты ей сказал? Я сказал, какой силой ты это делаешь? Она лежит, слышит. А она не может сказать. А это написано у Левит. Она достойна смерти. Второе. Что ожидает ее за это? Второй вопрос. Она от дьявола получила. Что ожидает? Показывает. Участь волшебников других в озере огненном. Да, ее вот так затрясло, говорит там. Он все рассказал, что вопрос был, и как надо было ответить на него. Я к Валерию Сатармину. Я ему раскрою вопросы его, и отвечать буду согласно Слову Божию. Ты понял, нет? Я на опыте говорю. Я знаю, какой будет результат. Он может еще обратиться, если не перешел эту грань. Зови его, пока ты здесь находишься. Вот у меня на сегодняшний день, что я хотел сказать. А тебе просто ты ничем вот, не... Вот он пишет. Да. Скажи, что звонил. СМС-ку мне прислал. К вам сказать, что он звонил. Я вам говорил. Звонил. Ну еще звонил. Звонил. А еще звонил. Я не знаю, что. Я говорю, ну на скайп выйди. Выйду. На скайп. Не вышел он. И скажи, что я звонил. Ну скажи, что я стучал в окно. Ну дома никого не было. Еще дальше... Я не знаю, как с ним. Уже показывает уровень какой. Я ему не звонил, не стучал, я его приглашаю в гости. Ну, а разница большая вообще. Звонил Игнатию. Прошу, звонил Игнатию, не отвечает, пишет. А по чем звонил? По телефону? Ну, наверное. По телефону я не отвечаю, это правильно. Мне нельзя отвечать. Я одному ответил, 72 звонка за ночь только было. Мне не уснуть, не дают ничего, отключить я не буду. Мне нельзя голос подавать, пока человек не назовется. Алло, алло. И все это. Вот утром даже Татьяна меня знает. И Капустина, Татьяна Кузьминична,
Доброе утро. Ну все, я вижу, у меня надпись есть. Вот у меня Селестенко живет, у ней высшее образование, там красный диплом. Сейчас, давайте позвоним ему сейчас. Любовь Потеева. По времени-то как? Архипова. Слушай, она все телефон берет, звонит где-то, я только беру, она знает. Говорит Потеева Любовь Николаевна. Я сразу, слушай, Тапкин Игнатий Тихонович. Она в милиции где-то там терапевтом работала. Селестенко со мной живет, Анастасия Васильевна. Я ей один раз только сказал, она называет сразу. И мы не сказали об этом. Я не могу отвечать. Мне нельзя отвечать. Потому что врагов у меня тысячи. А друзей миллионы. Вот и все на этом. Все. Садимся. Я никогда не стою.